Татьяна Абрамова давно не появлялась в свете со своим вторым мужем Юрием Беляевым. Складывается ощущение, что пара рассталась, а причиной расставания могла стать зацикленность актрисы на ее детях. Все дело в том, что Татьяну уже предавал мужчина. Несколько лет назад, когда актриса еще была замужем за своим первым мужем, у ее новорожденного сына обнаружили опухоль. Семья пережила огромный стресс из-за лечения и почти критического состояния малыша, но ребенка удалось спасти. Правда, муж актрисы Сергей Кулишенко не выдержал тяжести проблем, свалившихся на семью вместе с болезнью мальчика, и бросил жену. Как потом признавалась Татьяна, она считает, что ему просто не хватило силы духа. Похожая ситуация могла произойти и со вторым мужем, актером Юрием Беляевым. Мужчина просто не вписывался в жизнь Абрамова и ее детей, ему там не осталось места, и он решил уйти. Актриса могла забить на Юрия из-за детей, а тот не захотел как-то возвращать ее внимание. Актриса даже перестала вести свой Инстаграм, поэтому неясно, куда пропал второй муж, и до конца непонятно, почему же он сбежал. Однако, вероятно, причиной все-таки являются внутренние конфликты. Но не стоит думать, что Абрамова останется одна. Актриса всегда пользовалась популярностью среди противоположного пола.